Добрый день. К нам поступил вопрос, как соответствует место, где мы живем, в стране Израиля, самому человеку. Ну, мы читаем в Торе, в Танахе, книге Йоша, как происходило разделение страны Израиля. То есть каждая между 12 ветвей колен Израиля происходил раздел страны Израиля. И каждое колено жило на своей части. Это, в общем-то, происходило с одной стороны жребием, а жребием, вот мы как раз на пороге Пурима, жребием Аман думает, что управляет случайность, случай. То есть кидаешь кость, монету, и она как бы там случайно куда-то падает. Ну так все народы мира думают. А мы-то знаем, как бы, ничего не знал, что этим управляет Всевышний, как бы подает жребие. Вот. И откуда мы учим? Прямо у нас. То есть вначале кидали жребий, подал жребий, а потом Батколь сверху объявлял этот жребий. То есть чтобы никто не сомневался, что жребием управляется сверху. Вот. Ну, Аман не учил у нас, поэтому не знал. И поэтому это закончил. А если бы как бы не трогал бы еврейский народ, то продолжил бы, может, еще. Вот. Так. Значит, каждому колену ветви Израиля, 12 ветвей, соответствует какой-то кусок страны Израиля. Вот здесь, например, на карте мы видим, здесь Иуда, здесь Дан, Ефраим, Бениамин, Шимшон, Рувен, Гад, ну это там дальше продолжение. Вот. Но почему именно этот кусок соответствует? Мы знаем, что у каждого колена есть своя функция. То есть, например, движение к пустыне возглавлял Иуда. И у него все цари из Иуды. Да, у него функция возглавлять вести еврейский народ. А замыкал Дан. То есть у Дана функция работать на стыке. То есть сзади спасать евреев, которые отстают духовно, да, помогать им силы и отбивать врагов и амалек, которые нападают. Потому что он не может напасть в центр стана, там присутствие Всевышнего. А кто выходит, Дан может нападать, спасать. Точно так же он может проводить операции в тылу врага. То есть у каждого своя функция. Этой каждой функции соответствует часть страны Израиля. Страна Израиля наша, в общем-то, как весь мир. Вот мы любим ездить, путешествовать, гулять по нашей стране и видим, что в каждом месте соответствует, то есть разная даже энергия, разные люди. Вот разные города у нас рядом, мы сейчас находимся в Явно, рядом Рыховод. Мы приезжаем в Рыховод, тут какие-то 7-8 километров, другая энергетика, другие люди живут. Рядом Ашдот, Ашкелон. Вот Ашкелон тоже абсолютно разные энергии люди. Рядом. То есть мы просто приезжаем, это видим и чувствуем. Страна Израиля предназначена для реализации еврея. Где? Здесь, в стране Израиля, где мы живем. И поэтому каждому, во-первых, колену соответствует часть духовная страны Израиля. И границы более крупные мы видим в другой стороны группе, потому что потом внутри колена происходили разделения между группами и семьями, да, тоже про это читаем. Но как ни странно получилось, что мы все приехали в страну Израиля и поселились в каком-то городе. Вот. Я, например, в Явно, кто-то в Ашдоте, кто-то в Ашкелоне, в Соне, в Верховоте. И это тоже происходит не случайно. Продолжают там жить, хотя вроде бы переехать в другой город пару километров. Есть люди, которые переезжают, потом возвращаются, потому что как бы рассказывается, что там что-то ему не соответствует. Потому что на самом деле каждому еврею соответствует именно то место, на котором он живет. Все очень четко, нет случайности. Если попадает в место, которое и ему не соответствует, он чувствует там дискомфорт.
Вот есть люди, которые поселились в Иерусалиме, ну, все-таки в столице и так далее, да, но они там не могут, они туда сбежали, когда переселились в другие места подальше, причем есть документы, например, с Иерусалима в Ашкелон переехали. Абсолютно противоположные вещи. И там зажил хорошей жизнью. Да, как бы чувствует, что это к нему подходит. А некоторые, наоборот, смогли купить квартиру в Иерусалиме, переселились, стали счастливы. То есть каждому, даже душа еврея реализуется в стране Израиля. И каждому соответствует кусок. Именно этот струны Израиля, потому что он обладает всеми функциями для реализации. Вот, например, Маком, то ли это имя Всевышнего. Что такое Маком? Вот мы находимся в доме. Не просто место. Во-первых, есть кислород, мы дышим, да? Есть свет, мы видим. Всевышний позаботился. Если взять дом, тут есть много всего. Есть кошмар, есть стены, есть канализация, есть как бы много всего, да, есть интернет, много всего есть. Это как бы Маком, то, которое позволяет ЭКМ как бы, да, осуществить сегодняшний урок или ответ на вопросы, да, то, что мы здесь собрались, помогает нам Маком. То есть как бы вся структура, здесь есть все не просто коммуникации как технические, есть и духовные. Значит, поэтому в том месте, в котором мы живем, есть все средства, очень много, когда нам все не описаны, их намного больше, чем мы можем себе представить, которые для нашей реализации, и не просто реализации, а вообще для существования нашей души и тела находятся. Спасибо большое за вопрос.